Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как развивается спорт в Самаре, как сделать его более массовым и как пройдет День физкультурника? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Руководитель управления развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесарин и заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Самары Сергей Половинкин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-1122. Звоните. Здравствуйте, Дмитрий и Сергей. Добрый день. Скажите, пожалуйста, время летит незаметно. Скажите, пожалуйста, День физкультурника для вас – это профессиональный праздник? Вот как вы к нему относитесь? Чисто по-человечески. Вы знаете, чисто по-человечески – это замечательный праздник, который, наверное, отличается от других профессиональных праздников тем, что люди, которые должны его праздновать, выходят на площадки и организуют для жителей спортивные мероприятия, физкультурные мероприятия. Непосредственно работают. Это такой праздник рабочий. Да, понятно. Но вы, наверное, профессионально все-таки имеете отношение к спорту, Сергей. Что-то мне подсказывает. Ну, на сегодняшний день я профессионально уже не занимаюсь спортом. А но раньше? Раньше, да. А каким? Раньше занимался футболом, но на сегодняшний день я поддерживаю физическую форму и играю в футбол, ну и посещаю кое-какие еще секции. Понятно. Ну, футбол – это вообще становится очень актуальной темой. Скажите, вот на нынешнем дне физкультурника вот эта тема футбола будет как-то продвигаться, выдвигаться? Потому что понятно, что все мы готовимся к чемпионату мира, который будет проводиться в нашем городе. Да, конечно, это на сегодня самый актуальный вопрос. И вообще тема самая актуальная не только в городе Самаре, но и в целом по всей области. Поэтому у нас в день физкультурника будет выставлена информационная палатка, в которой будут представлены стенды, информирующие о подготовке к мундиалю. И, соответственно, будут проведены мероприятия на пляже, пляжный футбол. Поэтому тема футбола, она теперь присутствует, будет, я считаю, что на каждом мероприятии. Дмитрий, скажите, насколько массовым станет этот праздник? Вы уже, наверное, просчитываете, сколько людей примет участие со стороны организаторов и в качестве зрителей, болельщиков? Ну, мы планируем, что на праздник непосредственно, на центральный праздник в городе Самаре, на второй очереди набережной, в субботу к 11 часам у нас придет не менее 5000 жителей города и физкультурников с разных городов и районов области. А вот по предварительным данным на спортивные площадки, на соревнования, посвященные этому празднику, на физкультурные мероприятия, выйдет не менее 25 тысяч человек. Да. А что это за мероприятие физкультурное, вот где 25 тысяч человек будут участвовать? Они уже об этом знают. Ну, это не в одном. Это разные мероприятия в городах и районах Самарской области, да. Практически каждый город запланировал такой комплекс спортивных мероприятий. А вот центральное празднование совместно с администрацией города Самары, мы предполагаем, что это будет большой, красивый семейный праздник, где мы ждем не только спортсменов, не только людей, кто профессионально занимается спортом, кто посвятил себя как профессии. Это любители спорта, а самое главное, это дедушки, бабушки, родители с детьми, которые приведут своих малышей, покажут им различные виды спорта, где ребята смогут попробовать себя в каких-то видах спорта и, может быть, выбрать себе что-то по душе и уже состояться, подружиться со спортом и с ним дальше идти по жизни. Понятно. Ну, вот вы сказали, придут всей семьей, чтобы посмотреть, поэтому, мне кажется, должно быть что-то зрелищное, да, праздник. Ну, шоу, да? Вот будут такие элементы шоу, зрелищные, запланировано что-то? Раскройте нам, Сергей, секрет по городу пока. Конечно, конечно, обязательно у нас будут площадки, предназначены и для семейного отдыха, это и надувные батуты, там, где у нас детишки будут соревноваться, скажем так, не только в каких-то профессиональных навыках, да, но и ловкости, прыгать, бегать, получать какие-то призы за это. Разработаны, вот с Министерством спорта мы разработали такие флайеры по площадкам. Чем больше площадок ты прошел, соответственно, тем лучше приз ты получил за это. Вот. Я считаю, что каждый желающий от мала до велика найдет себе по душе площадочку и примет участие. Ну, уклон все-таки, акцент на спортивные мероприятия. А я вот, по-моему, прочитал, где-то даже самолеты будут. Вы знаете, или что-то такое летать. Ну, во-первых, День физкультурника празднуется у нас, ну, не в России, еще в Советском Союзе, с 1939 года. Да? Такой большой длинный праздник. Праздник на самом деле сложный с точки зрения посещения, потому что лето, все в отпусках, все разъезжаются, да? Но мы надеемся, что все жители Самары найдут время, и все, кто находится в городе, придут на праздник, потому что праздник будет включать в себя
вот такое возрождение, да, возрождение физкультурного движения, в том числе возрождение комплекса ГТО, мы решили провести парад физкультурников, в котором примут участие представители различных клубов, федераций, представители городских районов. Закончится парад пролетом авиационной техники, ЦСКА, где пилоты, между прочим, чемпионы мира по вертолетному спорту, покажут свое мастерство в воздухе. И после этого начнется большая программа и концертная программа на центральной сцене. Сцена будет установлена на Чкаловском спуске, это между Полевой и Маяковского, на второй очереди набережной. Парад начнется в 10:30, в 11:00 концертная программа и уже торжественное открытие. Концертная программа будет работать весь день. Там будут принимать участие федерации по видам спорта с показательными выступлениями, детские коллективы, профессиональные артисты. А вокруг, на всей набережной, состоится большая спортивная программа. Это будут и соревнования по футболу, по пляжному футболу, по пляжному теннису, пляжному волейболу. Это будут соревнования в рамках всероссийских «Оранжевый мяч», пройдут соревнования по стритболу. Да, они проходят ежегодно, пользуются большой популярностью. Ребята, настолько активно у нас развивается стритбол, и не только в Самарской области, да, в Самаре, но и вообще в стране. И помимо этого будут работать интерактивные площадки. Так, что это такое? Это всегда площадка, интригует площадка мини-гольфа, площадка боча, площадка показательных единоборств, даже фехтование, где можно посмотреть, как ребята выступают и занимаются спортом, попробовать себя. Будет целый комплекс федераций по боевым единоборствам, ушу, кёкишинкай, и различные виды спорта. Будет площадка ДСАФ, где и авиамодельный, и судомодельный, и автомодельный спорты, даже служебное собаководство будет представлено. И все эти площадки будут работать на протяжении, ну, ориентировочно где-то 3 часа. Все желающие смогут пройти, и, как Сергей сказал, заполнить флаер при посещении площадок. И для тех, кто посетил все площадки и попробовал свои силы, этот флаер меняется на призы. Да. Вот один из таких призов, я вам покажу. Я выбираю спорт, фликер, я даже с удовольствием подарю. Ой, спасибо большое. Да, вот наши многие спортсмены бегают по вечерам, бегают рано утром, когда на улице еще темно. Это замечательный подарок, который поможет водителям видеть наших любителей спорта, наших легкоатлетов-велосипедистов. И вот, конечно, да, вот это тоже очень актуальная тема, потому что, к сожалению, случаев, когда велосипедисты становятся... попадают в такие ДТП, очень актуально. Хочу отметить, что клуб «Велосамара», активисты, да, они примут участие активно в празднике, и на этот день у них запланирован велодевишник. Ух ты! Да, такое большое мероприятие на сайте. Это вот девушки на каблуках, где катаются в таких одеждах. Да, я помню даже по прошлому году, что это было зрелищно, красиво, интересно, да. Я хотела бы еще поинтересоваться, знаете, чем? Чтобы привлечь детей, подростков и молодежь, нужен такой яркий пример. Вот наши самарские звезды, спортсмены, они будут, чтобы там дать автограф или как-то вот пройтись, пообщаться, может быть. Они же вот звезды, ну, хоть нашего масштаба, но все-таки. Да, конечно. Будут, конечно. Да? Ну, во-первых, мы приглашаем всех наших спортсменов, физкультурников посетить праздник, да. Ну и, конечно, у нас будут известные спортсмены, известные тренеры, которые будут награждены наградами губернатора Самарской области. Да, вот это тоже очень важно. Очень важный момент. Вы как раз отметили вот тот самый важный момент, может быть, развитие массового спорта, вовлечение детей – это свой пример. Пример родителей, пример наших известных спортсменов, пример, который мы передаем детям. И... Да, понятно. Вот вы сказали, что лето – это такое проблемное время для праздников, для широкой аудитории, так скажем. А мне кажется, что для спорта лето – это вообще замечательное время, потому что становится очень много открытых площадок. Вот расскажите, Сергей, пожалуйста, как используются открытые площадки для развития спорта, для вовлечения в мир спорта горожан вот именно летом? Что у нас происходит? Куда куда еще можно подойти, да, где конечно, принять участие? Первое, это, конечно, наша прекрасная набережная, где у нас масса мероприятий проводится городского, областного, регионального, всероссийского уровня. Недавно завершились соревнования по пляжному волейболу, по пляжному теннису. С 25 числа у нас будет проведен этап чемпионата России по пляжному футболу, традиционно, уже не первый год мы его принимаем в Самаре.
наша набережная соответствует всем требованиям, и москвичи, Федерация Российская Футбольная с удовольствием приезжают в Самару. Ну и самарчане уже ждут это мероприятие, уже есть анонсы по проведению этого мероприятия. А кто с кем будет играть? Какие команды? Приедут вот все сильнейшие клубы России. Это и «Кристалл» Санкт-Петербург, это и «Локомотив Москва», это, ну, и «Крылья Советов», естественно, да, пляжные «Крылья Советов». Это чемпионы мира, да, это сборная России в полном составе, да, во главе вот с тренером. Конечно, поэтому это очень знаковое мероприятие. Это что касается пляжа. Ну и, конечно, все парки, все скверы, все площадки во дворах у нас, естественно, в летний период работают. Работают на них и тренера по месту жительства. На сегодняшний день у нас 114 таких тренеров работают. Да. Вот, все желающие имеют возможность в летний период прийти на эту площадку. А вы курируете вот работу общественных вот этих тренеров? А как же, да? Конечно. А можете назвать лучших? Вот мне всегда хочется говорить о людях, чтобы они служили пример. Вот в каких районах? Может, даже если не помните имен и фамилии. Нет, я могу... Нет, конечно, я знаю. Семья Поповых. Да? А, Светлана, я даже помню ее. Она приходила к нам. Семья Поповых. Теперь уже семьей, да, они работают? Они работали всей семьей. У них и девочки. То есть вся семья спортивная, они играют и футбол, и волейбол. Девочки у них становились в команде девочек, скажем так, чемпионами города по, в проекте «Лето с футбольным мячом». Вот в прошлом году эта семья очень спортивная. Они в футбол играют, девочки? Да, да, девочки играют в футбол. Вот, они у нас принимают активное участие и вообще в спортивной жизни города, района. То есть это наши флагманы. Ну и, конечно, тот же самый Сергей Кизоркин. Да, наш коллега. Который трудится у вас на канале. Вот, ну и масса таких всем... Всем, конечно, низкий поклон за их работу, потому что зачастую это люди, не имеющие, может быть, каких-то профессиональных навыков, но очень любящие их и спорт, и работающие не только, скажем так, с подготовленными людьми, да, это люди разного возраста. Да, вот как раз эту тему я хотела затронуть, потому что, как мне кажется, площадки для занятий спортом, где занимаются дети и подростки, должны быть оборудованы как-то одним образом, а вот где пожилые уже люди... то какие-то другие возможности у них должны быть. А у нас, получается, сегодня все в одном. И вообще, вот это как-то разграничивается или нет? Или вот есть площадка, и кто хочет, пусть идет там, и как может, так и занимается. Нет, ну площадки, конечно, бывают разные. И просто даже вот по видам спорта, по той физической активности. Но спорт, он демократичен. Он позволяет любой спорт. Ну, может быть, за исключением там джампинга, да, с парашютом с высотных зданий прыгать не будем. Но спорт позволяет выбрать свой вид физической активности, выбрать нагрузку. Это очень демократичная ситуация. Выбрать, наверное, партнеров, друзей, с кем ты будешь заниматься спортом. Выбрать даже вот эмоциональную составляющую от того или иного вида спорта. То есть для людей все-таки уже, так скажем, возрастных есть возможность? Мне кажется, что любая площадка подразумевает возможность заниматься физической культурой, заниматься спортом в любом возрасте, только выбирая для себя нагрузку и виды. А вот занятия на таких общественных началах, ну, физкультурой, так скажем, в парках или еще какими-то такими вот легкими, так скажем, расслабляющими видами спорта или зарядкой даже утренней. В городе есть такие замечательные примеры. У нас есть такие замечательные. Очень масса таких примеров. У нас есть и Федерация йоги, которая, в принципе, у нас работает и в парках, и в скверах, и на набережной. Очень серьезная сейчас работа у нас налажена, вообще взаимодействие с общественными организациями, с фитнес-клубами. На сегодня у нас создается такая ассоциация фитнес-клубов. Вот. Проведены у нас мероприятия и в парке Гагарина на футбольном поле. Фитнес-клубы работали. И на Дне России. То есть мы сейчас, скажем так, интегрируем всю их работу в городские мероприятия. Они с удовольствием откликаются на все наши предложения. Чтобы это стало модным, да, конечно, таким вот популярным. Конечно. Потому что вот на Западе, да, особенно в Юго-Восточной Азии тоже, там же вот выходят люди и так массово занимаются, так приятно смотреть, и люди понимают значимость, да, вот хотелось бы еще отметить то, что вот эти наши социальные партнеры, фитнес-клубы, да, понимая важность развития физической культуры, они сейчас выходят на многие мероприятия, и вот на Дне физкультурника несколько фитнес-клубов будут принимать участие, и на центральной сцене в течение дня будут разыгрываться призы, в том числе абонементы на бесплатное посещение фитнес-клубов. Вот это уже поэтому интересно. Приглашаем всех, да, услышать эту информацию, в какое время будет розыгрыш, и принять участие в розыгрыше таких призов. Вот вы, если оценивать вот как-то тенденцию такую,
интереса к спорту, к занятиям физкультурой, спортом, как она меняется со временем? Больше людей заинтересованных становится или нет? Вот люди поворачиваются лицом к этим занятиям, понимают, что они вот очень полезны, знаете, актуальны? Судя по тому, какая сейчас реакция у горожан, в принципе, вообще на развитие спорта в городе, вот в частности, в того же самого футбола, о котором мы сегодня, да, говорим, я считаю, что увеличилось желание у людей, у них стало больше вопросов, где заниматься, куда заниматься, где информацию можно найти по тому или иному виду спорта. Ну, опять же, как Дмитрий Валерьевич сказал, у нас, в принципе, очень много демократичных видов спорта, тот же самый бег. Вот школа бега, да, возьмем ее. Ничего не надо. Надели кроссовки, тем более летом. А целая школа должна быть, да? Вот сам взял, побежал работает, такого... Работает школа бега, так. Они учат правильному бегу, так. Правильному дыханию при беге. То есть, тоже вот, важно, конечно, потому что некоторые бегают, а потом жалуются, что у них коленки выбивают вот или еще что-то. На дне физкультурника 8 числа одна из площадок как раз будет представлена вот этим клубом. Где и полезную информацию все желающие могут прийти, научиться правильно дышать, правильно бежать. И, то есть вся информация будет для них представлена. Да. Вот, кстати, к занятиям спортом подключаются даже чиновники. Совсем недавно. Даже чиновники. Они тоже люди, но и все-таки. Мы недавно снимали такое интересное мероприятие, которое тоже произошло на набережной Волги, где ваши коллеги из администрации города принимали участие в состязаниях. Давайте посмотрим сюжет, ну а потом продолжим разговор. Строгие костюмы томятся в шифонерах, папки с документами оставлены на рабочих столах. Сотрудники городской администрации с удовольствием сменили душные кабинеты на волейбольную площадку на пляже. И используют эту возможность по полной программе. И физическую форму поддерживают, и связи нарабатывают. Командный дух со спортплощадки перемещается в рабочую сферу. Также много знакомств также есть с других также департаментов, с других учреждений. Здесь очень весело, хорошо, много знакомств, поэтому, думаю, обязательно это нужно. Открытый турнир по пляжному волейболу прошел на Самарской набережной. Команда администрации состязалась с командами коммерческих организаций. Своим примером чиновники задали спортивный темп всем горожанам. В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. И каждый из нас должен взять за не то, что привычку, а просто за правило выходить и заниматься собой, заниматься физической культурой. Тем самым подавая пример для других окружающих, что надо присоединяться, надо заниматься, надо оздоровляться, надо просто развивать физическую культуру и спорт на территории нашего городского округа. Соревнования привлекли внимание всех, кто прогуливался по набережной, а некоторые из болельщиков снимали действо на память. Летчик. Ну, бурное обсуждение у нас в студии. Действительно, вот такие мероприятия очень оживляют. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Кстати, хочу предложить вам звонить. Еще есть время. 202-11-22. У меня есть совет. Побольше выходите в массы. Это вам, наверное, совет. К людям, к нам. А не на телевидении. И помогайте нам преодолевать комплексы. Я, например, стесняюсь бегать во дворе, потому что у меня лишний вес. Вот как можно преодолеть? Приходите на набережную, там встретимся, поздороваемся и будем вместе бегать. Вы знаете, какое количество людей выходит утром и вечером на набережную? Причем и даже в зимний период. Благо сейчас содержание набережной такое хорошее состояние. Угу. Есть возможность вот бегать и заниматься, и парки. Там люди бегают разных весовых категорий, разного уровня подготовленности. Это серьезная мотивация, да, серьезная мотивация быть здоровым. Сергей, а у вас есть совет нашей телезрительницы? У меня, конечно, совет. У меня совет один. Не надо комплексовать. Что значит, у меня лишний вес, я поэтому боюсь. Так, от этого все исходит. Вы выходите, бегите. А если что, вот клуб, скажите еще раз вот про этот клуб, где профессионально. Школа бега, всю информацию можно получить либо у нас в департаменте, либо приходите 8 числа, там будут... Познакомитесь, пообщайтесь. Конечно, и как раз пропадут все комплексы. Ну, я даже больше скажу, там будет не только школа бега, да, в Самаре такое замечательное общество «Доброходы». Вот. Да, ходьба, скандинавская ходьба, это с палками, достаточно популярная во всем мире, последние несколько лет набирает обороты. Этот вид физической активности, это все-таки спортом, наверное, назвать нельзя, да? Это физическая активность. Такая очень серьезная разгрузка позвоночника идет за счет применения палок. Работают разные группы мышц.
великолепные результаты по снижению веса, по улучшению сердечно-сосудистой деятельности, снижается давление, стабилизируется состояние. Поэтому во многих странах скандинавская ходьба применяется вообще как лечебное мероприятие. Да? И многие клиники сердечно-сосудистые прописывают скандинавскую ходьбу. Здесь вот общество будет представлено также на набережной, расскажут, покажут, можно будет с ними пройтись. Они устраивают много мероприятий в Самаре, в парках Самары, выходят на территорию вот Сокольих гор, совершают походы выходного дня, да, вот обучают, потому что есть тоже динамика. Можно даже друзей найти там, да, вот по большому счету. Конечно. И вопрос в том, что в этих клубах как раз единомышленники, которые и нацелены. Да, и вот у меня, если позволите, тоже совет, как от женщины. Вот вы когда сказали утром и вечером, мы толкнули тоже на мысль, что если уж вы очень стесняетесь, можно рано утром, когда не так много людей, выйти, пробежаться, а потом... Или пройдите площадки, получите фликер, и тогда можно поздно вечером в темноте. Да, действительно. Спасибо вам, в любом случае, за вопрос. И следующий от Сергея. Существует ли ответственное лицо, которое курирует спортивные площадки при школах во дворах? Многие из них в крайне плохом состоянии и не реставрировались, не приводились в порядок довольно долгое время. Ну, в целом, наверное, самая большая проблема, такая сдерживающая развитие массового спорта, вовлечение всех слоев населения, это отсутствие инфраструктуры. Очень длительный период, наверное, и наш город, и вся область находилась в ситуации вот такого застоя, и объекты какие-то были проданы в период перестройки, как «Локомотив», «Буревестник», «Буревестник», прошу прощения, стадион «Буревестник». Какие-то объекты пришли в запустение. Вот за последние три года, в общем-то, наметилась такая позитивная динамика. Около 100 спортивных площадок универсальных было построено за счет средств бюджета Самарской области, в том числе на территории города Самары. Всего было введено 125 спортивных объектов. Футбольные поля, стадионы, спортивные комплексы. В этом году сейчас идет строительство вот на бывшем стадионе «Орбита», да, стадион «Маяк», «Трешки». Вот, а еще вот лед, зал, о планах бассейн. На будущее. Вот что планируется еще сделать? Ну, планируется, вообще планов-то на самом деле очень много. И вот именно вот по этой вот теме. Да, Николай Иванович Меркушкин поставил достаточно приоритетную задачу развития инфраструктуры спорта. И тут, наверное, в одной программе и не обойтись, потому что даже наш стадион со всей прилегающей спортивной инфраструктурой. А все-таки вот механизм, знаете, что хочется понять? Механизм действия, как улучшить вот площадку при школе, да, вот спортивную, что нужно сделать? Ну, понятно, что это руководство школы должно заниматься. Кому обращаться? Какие там планы? Кто это вот решает? Вот чтобы понять, вот как это все действует. Есть плохая площадка, в плохом состоянии. Что делать? Ну, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. Вот. По городу Самаре, я могу сказать, за город Самару, у нас более 70 площадок построено, именно универсальных современных спортивных площадок построено за последние три года. Вот, и те площадки, которые у нас построены при школьных учреждениях, там, естественно, у нас есть договоренность с руководством этих образовательных учреждений, есть договоренность с департаментом образования, что те тренера, которые закреплены за этими площадками, пользуются этой площадкой. И все взаимодействие у нас происходит в тесном сотрудничестве. Непосредственно школа и тренер по месту жительства. Для чего это сделано? Для того, чтобы на данную площадку могли приходить не только учащиеся. Естественно, они будут в свое время учебно занимаются там физической культурой в учебное время. И когда они уходят уже по домам, соответственно, сюда приходит тренер по месту жительства. И все желающие могут вот как раз к этому тренеру уже прийти заниматься и заняться тем, чем им нравится. Понятно. Но вот наши зрители... Просто мы понимаем, что, наверное, за вот год-два года эту ситуацию сложно переломить. Потому что площадок сотни, и очень многие находятся в таком выбитом состоянии, откровенно выбитом. Состояние не отвечает не только современным требованиям, оно вообще не отвечает даже правилам видов спорта, для которых они строились, когда-то создавались. Но это вот такая динамика есть, и динамика очень положительная, поэтому можно говорить о том, что уже видна перспектива, что все дворовые площадки будут приведены в хорошее состояние. Главное, безопасное состояние для детей. Нельзя, конечно, вот я добавлю еще, нельзя, конечно, и тот факт упускать, что порой мы просто-напросто не можем, тяжело найти даже собственника этой площадки. Вообще, в принципе, чья это земля. Вот мы, уходит время еще вот на эти процедуры, то есть выяснение, чья земля, чья площадка, за кем она закреплена. Как только мы эту процедуру завершаем, естественно, сразу на этом месте у нас
образовывается новая площадка. Понятно. Ну и я, наверное, еще добавлю сюда очень важный момент. Это вот деятельность сообщества, жителей, да, которые будут работать с органами местного самоуправления, которые будут работать с ТОСами, с ТСЖ, по содержанию. Я видел прям буквально совсем недавно площадку, не буду называть адрес. Хорошая площадка, построенная департаментом спорта, ей 2 года, а сетка вокруг порванная. Да? Mm-hmm. Это жители, это дети mm-hmm. этого же микрорайона приводят площадку в негодность. Поэтому, наверное, все-таки важно объединяться mm-hmm. всем физкультурникам, всем любителям, всем, кто приходит, родителям, чьи дети там играют, для того, чтобы и mm-hmm. сохранять, и помогать содержать площадку, и, конечно, работать. Да, и вот День физкультурника как раз вот и послужит объединению, да, такой вот массовый праздник. Следующий вопрос. От Владимира. Что происходит со стадионом «Восход», когда будет его реконструкция? Намечена ли реконструкция? Да, реконструкция стадиона «Восход» намечена. Но первый этап – это, конечно, проект, проектная документация. Есть в государственной программе данный объект. А сроков не знаете, да? Вот я сейчас не готов ответить по срокам. Ну, если, главное, что да, будет, что можно обратиться к нам в министерство. На 2016 год, насколько я знаю, на 2016 год запланировано средства на проектирование данного спортивного объекта uh-huh. по программе Министерства спорта, это государственная программа развития физической культуры и спорта. Вот, на 2016 год проектирование. Ну и затем, естественно, мы должны его уже к Мундиалю привести в соответствующий вид. Да, а вот тоже такой вопрос. Вот что изменится кардиально вот, к 2018 году все-таки, к чемпионату мира по футболу? Вот, что намечено? Какие-то грандиозные вот будут в сфере спорта преобразования? И где? Может быть, какие-то знаете, направления? Само проведение Мундиаля в городе Самаре. Понятно, это как факт. Вот я хочу отметить, да, Самара получила право принять столько игр. В общем-то, мы достаточно исключительное право получили. Это подтверждается тем, что футбол и вообще спорт, и интерес к спорту, интерес к футболу в Самаре очень высок. Угу. Ну, будет вот. Много... А изменится, наверное, весь город, начиная с улиц. Будет много иностранных гостей. Понятно, что отношение к инвалидам в других странах другое, нежели у нас. К сожалению, там по-другому эти люди даже воспринимаются. Вот по доступности, потому чтобы доступными стали и спортивные объекты, и зрители соревнований вот этих вот, которые будут происходить, что делается сегодня? Ну, тут первое условие, обязательное условие. Все объекты, которые сейчас проектируются, все, которые реконструируются или строятся, все спортивные объекты будут полностью доступны для лиц с ограниченными возможностями, для инвалидов. Угу. Однозначно. Это обязательные условия сейчас на любом современном спортивном объекте. Ну и, конечно, такая совместная приоритетная задача и Департамента физической культуры, и Министерства спорта, и всех наших коллег в городах, районах – это создание условий и развитие спорта инвалидов. Вообще, если посмотреть так ретроспективу за последние годы, наши спортсмены и на Сурдлимпийских играх, и на Паралимпийских играх ну, очень достойно выступали, выступали очень достойно, и такие есть именитые спортсмены, которые уже длительное время представляют область. В следующем году у нас очередные Паралимпийские игры. Вот предварительно сейчас в состав сборных 14 человек, как кандидаты, кандидаты для участия в Паралимпийских играх. Мы очень надеемся, ну, конечно, может быть, пройдет еще какой-то отсев, как всегда в спорте, да, лучшие будут представлять страну. Да, понятно, вот. Дело делается. Вот у нас буквально одна минутка осталась. Я хотела бы, чтобы Сергей пригласил все-таки жителей нашего города на свой... профессиональный и ваш это Дмитрий наш тоже общий профессиональный общий праздник. Профессиональный праздник, да. И вот несколько слов, что когда будет проходить в Самаре, ну, если коротко, то праздник у нас проводится под девизом «Спорту да, наркотикам нет», поэтому 8 числа в 10:30 мы приглашаем всех горожан, и не только горожан, а всех вообще гостей, всех желающих на набережную для того, чтобы принять участие в этом массовом, спортивном, красивом мероприятий. И все-таки вот свои 5 копеек. Вот часто набережные, а другие районы, они как-то будут охвачены, там, промышленные там, и так далее? Конечно, в каждом районе 7 числа завтра у нас пройдет спортивное мероприятие. Красноглинский район – это стадион «Чайка», Куйбышевский район – это стадион «Буревестник». Понятно, то есть предварительно в районах, В этом году, вот хочу сделать акцент специально, в этом году мы специально сместили в районные праздники на день заранее. Раньше. Спасибо большое, с наступающим праздником, спасибо вам за внимание, до свидания.